течение жизни меня всегда преследует ощущение присутствия. Это просто человек. Он... Я не знаю, кто он. Но он точно есть. Мы не знакомы. Но мы знали друг друга всегда. Я чувствую. Я узнаю его. Хоть никогда не видела его лица. Иногда кажется, что его дыхание так близко. Что начинаешь ощущать его жар кожей. Похоже, да. Но, похоже, не очень. Случайности не существует. Застрявший лифт, задетое плечо прохожего, ощущение, что кто-то смотрит затылок. Но вот наступает момент, когда все устроилось в жизни, спокойствие, баланс, успех, карьера. Но ты понимаешь, что чего-то не хватает. Ты начинаешь все время выпадать из уравнений собственной жизни. Страшно остаться в своем уравнении. И страшно не прыгнуть, закрыв глаза. А что если...